Дизайн социальной карты «Приморец» выберут жители края. На выбор представлено 8 вариантов макета. Проголосовать можно до 21 сентября, включительно в официальном аккаунте администрации Приморского края в Инстаграм. В ближайшее время сервис будет доступен и на официальном сайте администрации. Создание социальной карты «Приморец» — инициатива главы региона Андрея Тарасенко. Предполагается, что карта заменит удостоверение льготника. Она даст право получить скидки на продукты, проезд в транспорте и медикаменты. Уже в этом году картой смогут воспользоваться пенсионеры, многодетные получатели детских пособий и другие. Всего около 600 тысяч человек. Сегодня глава Приморья Андрей Тарасенко подписал соглашение с главой Сбербанка Германом Грефом о реализации проекта «Социальная карта».